Творческий путь следующего участника – поиск новых впечатлений и возможностей, поиск инструмента, способного выразить всю глубину чувств исполнителя. На разных этапах своего жизненного пути Виталий Погосян играл на аккордеоне, фортепиано и гитаре. Однако главным открытием для себя он считает дудук. Его единомышленники – Гарик Акопян, пианист, заслуженный клубный деятель, член Союза искусства «Без границ», лауреат диплома Российской итальянской академии «Ферони» за вклад в мировое искусство, и Антон Филатов, барабанщик, руководитель отделения перкуссии в Санкт-Петербургской академии. Композиции, которые подготовили для вас музыканты, довольно символичны. Одна из них – песня «Кукушка» Виктора Цоя, а вторая – авторская и носит название «Рио-де-Жанейро». Кто сказал, что нельзя объять необъятное? В свободном творческом полете возможно все. Виталий Погосян, Санкт-Петербург.